Потрясающая туника из 100% хлопка по цене менее 1000 рублей. Всего 990 рублей. Тоже премьера, тоже новинка. Номер лота 88634. Это туника Барбара. Давай про нее с тобой расскажем. Прежде всего, конечно, хочется обратиться к крою и дизайну. Ну, давай посмотрим на дизайн. Здесь мы в дизайне наблюдаем прекрасный принт. Посмотри, какой фантазийный. Когда смотришь на экран, такое создается ощущение, что мы показываем действительно какую-то картину. Да. Причем сказочную картину из какого-то анималистического, да, мультипликационного. Японские такие, да, такое, такое тоже есть. Ну и также мне очень нравится, что в этом сезоне очень популярно именно и цветы, и животные. Загляните на любые страницы, да, модных журналов. А я тебе более скажу, я вот как раз вот месяц назад уезжал во Францию и посещал и выставки вот таких уже основных домов моды, но и также молодых дизайнеров. Вот как раз включение анималистики и флористики, ну просто обязательный элемент вот всех показов, всех коллекций. Да, ну, как я уже, да, как года. Я говорила, 18-й год, это просто пик популярности, когда сочетается уже и то, и другое. И опять же, посмотри, мы видим здесь купонное полотно. Рисунок у нас располагается более активно. Внизу, вверх у нас уходит не так его много. Чем и замечательно? То, что не отвлекает внимание от лица. Ага. Мы с вами выглядим намного стройнее, потому что посмотри, какой темный низ у нас, переход какой темный. Тем самым фигура преображается. Кстати, о фигуре. Вот сейчас нам показали размерный ряд. Я вот даже, честно говоря, сам не верю. Неужели у нас прям действительно сейчас нам повезло? Это такой роскошный размерный ряд 46 по 62. На всякий случай лучше уточнять у оператора, потому что новинки у нас разлетаются фактически молниеносно. Поэтому, если вы еще не записали номер лота, записывайте его прямо сейчас. Ведь сегодня идет абсолютная сенсация, когда вы превосходную шикарную тунику из 100% хлопка можете приобрести по цене 990 рублей. Вот сейчас мы, если посмотрим на нашу Милену, у нее размер одежды 52, при росте 1,76 м и объем бедер 119 и груди 104. Как выбрать нашим девочкам? Особенно некоторые же волнуются, когда первую дистанционную покупку совершают. Как выбрать, чтобы не ошибиться, чтобы она села действительно очень хорошо? Ну вот как раз хороший пример у Милены. У нее 52 размер, она и выбрала для себя тунику 52 размера. Но здесь опять же допустимо выбрать ее на размер больше. А тогда она будет чуть-чуть посвободнее, длина чуть-чуть у вас изменится. Но чувство комфорта в любом случае вас не покинет. Ну а сейчас давайте поговорим еще и о том, какой у нас с тобой здесь крой. Что также, да, вот это очень важно для женщин. Уже налюбовались роскошью красок, уже поняли, как выбрать свой размер. Теперь уже поняли, что это 100% хлопок. Да, 100% хлопок. А теперь давайте в первую очередь посмотрим еще и на длину нашего изделия. Это тоже очень важно для того, чтобы понимать, как и с чем вы будете сочетать. Посмотри, Марат, 78, фактически 79 сантиметров. Вижу, так. Да, этот размер у нас 50-й. Да, 50-й размер имеет вот такую хорошую длину. Причем он дает вам возможность носить и с леггинсами, с любыми брючками, а почему бы и нет. Угу. И чувствовать себя комфортно. Такая длина прикрывает зону бедра, прикрывает шаговую зону. Ну и, соответственно, наш тыл с вами также будет прикрыт. Но при этом очень хорошо еще и то, что такая туника вроде бы нарядная. Да? Посмотрите, как ярко она смотрится. Приятная 100% хлопковая ткань. Но опускаем вниз глаза и на таком красивом рисунке обращаем внимание на то, что здесь есть еще и внутренние карманы. Ого! Которые, посмотрите, во-первых, глубокие, вместительные. Они не придают объемов, они не дают возможности ткани деформироваться за счет того, что у нас проходит контрастный кант для того, чтобы держать форму. Что он еще пришит изнутри, то есть не будет вот этот момент, когда руки выпустил, например, оттуда и карман выворачивается. Да, это такого тоже не будет. Он пришит к полочке нашей туники, поэтому он всегда будет очень хорошо держаться всегда на месте. Ань, скажи, пожалуйста, вот я, глядя на такую великолепную тунику, тем более знаю, что она из 100% хлопка, конечно, представляю вот какой-то курорт или вот, ну, какой-то отдых. Но скажи, куда бы вот ты посоветовал надевать такую тунику? Вот она только для отдыха или все-таки она пригодится в кужуальном городе погулять? Пригодится однозначно в городе, потому что мне очень нравится расцветка. Мне очень нравится. Ну, она, кстати, очень модная. Зачем же мы будем ограничивать себя и брать ее только на отдых? Так, вот хорошо. Мне такой внешний вид отлично подойдет для городских прогулок, для похода на работу в жаркие дни. Можно, почему бы и нет? Не забывайте, это 100% хлопок. А это ткань кулирка. Вот расскажи, пожалуйста. Да, ткань кулирка имеет особое, как бы. Плетение хлопка, да? Да, это? Плетение хлопка у нас с вами здесь особое, так еще и выглядит она может по-разному. Например, некоторые отдельные ткани могут даже блестеть, как шелк. Все зависит от того, как изначально отшлифовали нить. А для чего ее шлифуют, спрашивается? А для того, чтобы мелкие-мелкие волоски хлопка убрать, чтобы она была гладкая. Ну, как в связи с этим, как полированная. В связи с этим, отличие этой ткани от любой другой хлопчатобумажной именно в том, что она всегда будет очень
идеально выглядит, на ней никогда не будет образовываться катушек. Вот это действительно интересно для хлопка, это действительно превосходно. А скажи, пожалуйста, уход за такой вещью, все-таки 100% хлопка без добавления синтетики. Вот такое достаточно эксклюзивное переплетение нити, как кулерка. Как за ней ухаживать? Требуется ли особая глажка, отпаривание? Какой температурный режим нам выбрать? Все-таки это часто задаваемые вопросы. Я всегда рекомендую вопросы. Хлопок все-таки стирать при температуре до 40 градусов. Деликатный режим стирки. Все-таки это трикотажное полотно. Ну, кстати, кулерка также еще отличается своим плетением. С лицевой стороны у нас так называемая гладь, с изнаночной мы четко видим. Те, кто вяжет, это прекрасно знают. Понятно. Гладь с одной стороны такая веревочная, да, и с изнаночной стороны, как любая чулочная вязка. Поэтому такие ткани легко носятся и просто совершенно стираются. Между прочим, они имеют эффект растяжимости, но при этом после того, как на него происходит давление для того, чтобы растянуть ткань, например, во время того, как ты надеваешь ее на себя, или во время носки, то после того, как вы ее снимаете, она вновь приобретает свой же внешний вид. Вот и, кстати, шикарно. Ты знаешь, что очень важно? Вот у меня, например, такие вещи я очень люблю, которые не обязательно хранить на вешалке. Вот такое изделие, нашу тунику из кулирки, можно хранить в сложенном виде на полочке. Слушай, ну просто потрясающе, мы еще и экономим пространство в нашем шкафу. Вот это как раз превосходно. Нам, кстати, любезно предоставили буквально еще одну минуту, вот уже остается, правда, от нее буквально 30 секунд. Ажиотаж невероятный, а я понимаю, потому что все милые дамы знают, что лето сейчас совсем скоро наступит, и по цене 990 рублей мы получаем такое шикарное предложение. Скажи, пожалуйста, Ань, что здесь еще интересного в этой? А давай обратим внимание, что здесь нестандартный крой у нашего рукава. Так, посмотри, вот с одной стороны рукав спущенный, но там защипы, как будто бы, знаешь, как рукав-фонарик, но на спущенном варианте рукава это смотрится особо интересно. Причем это придает некую легкость и воздушность любой даме. И посмотри, вот такие складки будут очень эффективно скрывать какие-то особенности. Ну, лишнюю пышноту, например, ручки. На плече девочки не очень. Да, вот когда, ты знаешь, вот когда блуза сидит более свободно, особенно в зоне рукава, то и рука кажется намного изящнее. Слушай, а какая самоуверенность у всех женщин будет, когда они будут примерять на себе, накидывать такую превосходную тунику? Тем более, у нас осталось только 45 туник. Цена 990 рублей только в течение этого прямого эфира.